Друзья, добрый день. Меня зовут Рябихин Денис, руководитель отдела продаж Тэнк Авилон. И сегодня у нас на обзоре флагманская модель Тэнк 500. Я вам расскажу про особенности данного автомобиля. Мы рассмотрим с вами комплектации, технические характеристики. И каждый сформирует из нас какое-то мнение об этом, на мой взгляд, достойнейшем автомобиле. В начале обзора я обещал вам рассказать, в чем различие в комплектациях данного автомобиля. Их всего две. Комплектация Adventure и Premium. В Premium входит: вместо люка появляется панорамная крыша, система активного шумоподавления, вместо 8-12 динамиков премиальной аудиосистемы, также появляется передняя блокировка и отделка кожей Napa. Этот комплект опций стоит 600 тысяч рублей. Готовы за него платить? Вам нужна комплектация премиум. Если достаточно того, что есть в базе этого автомобиля, ваша комплектация Adventure. Тэнк 500 является полноценным настоящим премиальным внедорожником, о чем свидетельствуют следующие опции. Полностью светодиодная передняя и задняя оптика, бесключевой доступ в автомобиль, 4 камеры по периметру, отделка кожей Napa, плюс премиальная аудиосистема, а также большое количество хромированных элементов в отделке автомобиля сделают его заметным на дороге. На сегодняшний день Тэнк 500 в России представлен единственным двигателем – V-образная бензиновая шестерка с двойным турбонаддувом мощностью 299 лошадиных сил и крутящим моментом 500 ньютон-метров. Этот двигатель – собственная разработка компании Great Wall Motors, и в 2022 году он выиграл в номинации «Лучший двигатель года в Китае». Двигатель зарекомендовал себя как очень надежный и тяговитый агрегат. И, кстати, бонусом вам небольшой инсайт. В скором времени на российском рынке появится гибридная установка в этом автомобиле. И каким бы прекрасным и надежным ни был двигатель, но в первую очередь за комфорт и за плавность хода отвечает коробка передач. В Тэнк 500 установлен 9-ступенчатый классический гидротрансформатор, рассчитанный на крутящий момент от двигателя 750 ньютон-метров. Помните, двигатель 500 ньютон-метров, коробка передач 750, коэффициент 1,5, колоссальный запас прочности. Хочу еще раз подчеркнуть, что Тэнк 500 является настоящим полноценным внедорожником. Об этом свидетельствует наличие рамной конструкции лестничного типа, задний неразрезной мост, наличие передней и задней блокировки, а также двухрядная коробка передач с повышенным и пониженным рядом. С завода автомобиль комплектуется единственным, но очень редким типоразмером резины 265-55R19. Поэтому, внимание, заранее заботьтесь о покупке зимней резины. Данный размер резины вы всегда можете найти в Тэнк Авилон. Я обратил внимание, что очень часто в обзорах вызывает недоумение, что в китайской версии автомобиля пятое колесо находится на задней двери, а в российской версии находится под дном багажника. Все очень просто. В Китае Тэнк 500 бывает 5- и 7-местный, то есть 3 ряда сидений. Когда задние пассажиры сидят на третьем ряду, то их ноги фактически находятся в том месте, где в российской версии висит пятое колесо. Но как минимум неудобно и экономически невыгодно делать для одной модели разные задние двери с креплением под колесо и без. Поэтому в китайской версии колесо всегда находится на пятой двери. И уж коль мы находимся у задней части автомобиля, давайте вместе посмотрим на его багажник. Объем багажника в данном автомобиле внушительные 800 литров. При сложенных спинках второго ряда сидений он достигает 1500 литров. А теперь давайте поговорим об интерьере данного автомобиля, потому что качественные материалы отделки, эргономика приборной панели – все здесь говорит о том, что этот автомобиль премиального качества. Когда попадаешь в салон Тэнк 500, первое, что бросается в глаза – это огромное количество панелей, покрытых натуральной кожей. В отделке автомобиля используется кожа Napa. Отделка потолка кожи Алькантара, безусловно, придает премиальности этому автомобилю. Дополнительной эксклюзивности придает контурная динамическая подсветка интерьера, в которой можно выбрать одно из 64 цветовых решений. Важным элементом автомобиля является мультимедийная система. На самом деле экран поражает своей диагональю 14,6 дюйма, и все функции, как основные, так и вспомогательные, выведены на экран. Плюс есть дублирующие кнопки для управления климат-контролем, что, на мой взгляд, очень удобно. Также невозможно не обратить внимание на интересно и уместно интегрированные часы, которые 100% добавляют премиальности внешнему виду центральной консоли. Акустическая система включает в себя 12 динамиков и сабвуфер. Также автомобиль оснащен системой активного шумоподавления. А учитывая, что по периметру автомобиль полностью имеет двойной стеклопакет, в автомобиле поистине очень комфортно и тихо за рулем.
И, конечно же, наш обзор был бы неполным, если бы мы не упомянули систему безопасности этого автомобиля. Напомню, что Танк 500 является рамным внедорожником, поэтому степень пассивной безопасности уже сама по себе высокая. Также к активным помощникам безопасности относятся электронная система стабилизации с расширенными возможностями, функция автоматического торможения на малой скорости, адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях, а также предупреждение безопасного открытия двери, система помощи при выезде с парковки задним ходом, система экстренного удержания в полосе и функция умного отклонения. Танк 500 хорош еще в том случае, если вы привыкли ездить с водителем, потому что на втором ряду здесь очень-очень комфортно. Вам доступна панорамная крыша, у вас есть отдельная зона климат-контроля. Также, что немаловажно, у вас есть отличный мультифункциональный дисплей, который помогает вам управлять подсветкой автомобиля, аудиосистемой, климат-контролем, и вы можете при помощи определенных манипуляций сложить переднее правое сиденье, чтобы появилось максимальное количество места для ваших ног. Вашим гаджетам также доступна беспроводная зарядка, ну и куда без задних подстаканников. Друзья, я умышленно очень много не рассказал вам про этот автомобиль, чтобы сохранить интригу, чтобы сохранить ваш интерес приехать, посмотреть, прокатиться на этом автомобиле, а команда отдела продаж «Танк Авилон» с удовольствием подберет автомобиль именно под вас. Поэтому приезжайте к нам в гости, будем рады видеть вас. До новых встреч, пока!